В этом году войска Национальной гвардии Российской Федерации отмечают свое трехлетие. В состав Севастопольского управления входит подразделение лицензионно-разрешительной работы, вневедомственная охрана и спецподразделения ОМОН и СОБР. Ежедневно они сталкиваются с трудными задачами. В их обязанности входит ликвидация вооруженных бандформирований и задержание особо опасных рецидивистов. Профессиональный праздник бойцы отметят 27 марта. Накануне спецподразделение СОБР продемонстрировало вооружение учащимся школы номер 22. Проводится всероссийская военно-патриотическая акция «Дни Росгвардии». Одним из направлений данной акции является непосредственно воспитание как личного состава войск, так и непосредственно патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. В распоряжении у бойцов СОБРа вся современная техника и вооружение. В зависимости от поставленных задач, горная местность или городская, сотрудники выбирают необходимое оружие. Севастопольские бойцы специального подразделения выполняют боевые задачи даже на Северном Кавказе. При этом нашему отряду из боестолкновений удавалось выходить без потерь. Там выполнять боевые задачи непосредственно нейтрализуют главарей, пособников, в частности, сейчас большой наплыв. Те, кто воевал в Сирии, боевики, возвращаются домой. Вот по ним работает СОБР.